Российское представительство BMW объявило старт продаж заряженных M-версий кроссоверов X3 и X4. Кроссоверы оснастят колесами диаметром 21 дюйм, спортивными сиденьями с кожаной отделкой, проекционным дисплеем, а также выхлопной системой M-Sport. Двигатель у машин общий. Это 3-литровая надувная шестерка S58. Это самый мощный рядный шестицилиндровый мотор в истории BMW. В обычной версии он развивает 480 лошадиных сил, но в России M-кроссоверы предложены в самой мощной версии — Competition, а здесь уже 510 сил. Двигатель сочетается с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Трансмиссия в целом аналогична седану M5. Начальная цена X3 в M-исполнении на 3,25 миллиона рублей дороже, чем стоит обычный базовый X3 с 2-литровым мотором. Изгнать иммигрантов из российского такси предложили депутаты Госдумы. Профильный комитет по транспорту и строительству разработал новый законопроект, который предполагает, что заниматься извозом смогут только обладатели российских водительских удостоверений. По замыслу, работать в такси не смогут судимые за особо тяжкие преступления, лишенные прав в течение последнего года. Плюс ко всему, законопроект предлагает разрешить регионам вводить дополнительные аттестации для водителей такси. Например, проверять знания улиц и расположение значимых городских объектов. И, наконец, таксистов обяжут за свой счет устанавливать тахографы. А юрлицам, чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, теперь нужно будет предоставить справку о наличии парковочных мест и проводить ежедневные медосмотры водителей.